Yeah. Hey. Yeah. Hey. Это не западные утесы. Класс. Он не сказал, что пещера под водой. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Прыжок веры. Надо же! Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. Впрочем, не полностью.
через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска? Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе, это изумительно красиво. Мне что, разделить вас как друзей? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Райли, твой младший брат. Будь взрослей. Эй, Джей, ты придешь отметить мою лицензию пилота, да? Прости, я занят. Эрнхард? Привет. Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. Грант? Грибы. Вот они. Ого! И долго там был? О, Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да.
Я же их съел. Я принес грибы. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Как ты? О, рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен, даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи! Нет! Мне очень жаль! Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Точно? Иди. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Право не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор. Дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса, как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. О, теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных.